Настало время рубрики «Как провести выходные в Твери». На этот раз мы приглашаем вас, дорогие телезрители, в удивительный мир кино. Тем более к посещению кинотеатра располагает погода, ожидается снег с дождем. В качестве рекомендации предлагаем в субботу или воскресенье посмотреть две картины. Тему продолжит наш корреспондент. Вспомните, давно ли вы ходили в кино? В дождь вдвойне приятно, утопая в мягком кресле, сидеть перед большим экраном. Комедийная история блогера «Опасные приключения двух соперников» и экранизация очередного шедевра Агаты Кристи в кинотеатре «Панорама», который разместился в бизнес-центре «Тверь». Российская комедия «Непослушник», возрастная категория 12+, про блогера, пранкера Диму, любящего устраивать жесткие розыгрыши в погоне за популярностью. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Оптимизм и позитивное отношение к жизни – вот главный козырь блогера. В фильме уместилась вся российская жизнь в глубинке, которая в мягком сатирическом свете подсвечена, но не выпячивается, а органично встроена в сюжет. Так что фильм понравится и молодежи, и старшему поколению. Для поклонников Агаты Кристи и экранизированного романа «Убийство в Восточном экспрессе» в кинотеатре «Триллер. Смерть на Ниле». Возрастная категория 16+. Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. Почему-то уверенно думаешь и как будто знаешь, кто убийца. Но сюжету есть чем удивить. И не так-то просто догадаться. Этот фильм, как и хорошее, крепкое, проверенное вино для эстетов, поклонников жанра, людей с хорошим вкусом на кино. К слову, познакомиться с афишей кинотеатра можно на официальном сайте, и здесь же можно приобрести билет. В кинотеатре соблюдаются все антиковидные правила. На входе проверяют температуру, установлены антисептики для обработки рук, зрители рассаживают через одного. Так что берите попкорн и отправляйтесь наслаждаться профессиональным звуком и светом одного из самых больших экранов Твери. И ни в коем случае не отменяйте свидание в дождь. Купите билеты на последнее кресло, а после сеанса пройдитесь вдвоем под одним зонтиком. А лучше отправляйтесь на крышу. 24 этаж бизнес-центра «Тверь» превзойдет все ваши ожидания. Именно здесь, на высоте 77 метров, находится единственная в Твери городская обзорная площадка. Панорама города простирается вдаль на многие километры. Как на ладони оказываются архитектурные ансамбли, исторические застройки, золотые купола храмов Твери. Ни одна туристическая открытка не передаст такого поистине захватывающего дух вида, который доступен с обзорной площадки. Настроение не испортит даже дождь. Добавьте в свою жизнь романтики. Хороших выходных!